Ну что, дорогие наши зрители, настало время вау-аромата, аромата бомбы, аромата, который действительно обладает магическими свойствами. Парфюм был выпущен в 2014 году нишевым французским брендом Ex Nihilo и называется Fleur Narcotique, наркотический цветок. И за 3 года он успел объять и покорить действительно весь мир. Знаете, хоть раз, если вы его попробуете, он вам может понравиться и вы будете от него без ума, особенно если вы любите цветочные ароматы. Он может вам не понравиться, и у вас будет даже голова от него болеть, как это произошло в моем случае, но от него невозможно оторвать носа, потому что к нему все время хочется тянуться. А к человеку, который носит этот аромат, постоянно хочется находиться рядом с ним. Аромат уникальный, аромат просто шедевральный. Действительно, он настолько гармонично, он настолько идеально соткан, что нельзя придраться ни к одной ноте. Самое главное, что несмотря на полноценность композиции, присутствие как верхних, так и средних, так и базовых нот, у аромата непредвиденное открытие. То есть вы не можете предугадать, с каких нот оно начнется. Оно может начаться по классике с верхних нот. Они представлены в этом аромате персиком, личи и бергамотом для освежения композиции. Раскрытие может начаться с средних нот. В средних нотах мы встречаем уже жасмин, пион и апельсиновый цвет. А в базе, даже с нее может начаться открытие аромата, мы встречаем древесные нотки, дубовый мох и мускус. Мускус является фиксатором в этом аромате, придает ему не только отличную посадку и стойкость, ну и, конечно же, эротичность, привлекательность и сексуальность. Аромат притягивает, аромат манит к себе, он действительно каким-то является магнетиком самым настоящим. Что удивительно, аромат является у них секс-композицией, как правило, чаще его используют женщины, но на мужчинах он тоже имеет место быть, так как у мужчин pH кожи немного другая, и при нанесении этого аромата парфюм просто кардинально меняет свою плоскость звучания, становится даже более древесным, хотя аромат прям цветочно-цветочно-цветочный, но вдруг древесные нотки, которые имеются в базе, они выходят на передний план, и на мужчинах он очень гармонично звучит. Есть мужчины, которые правда выбирают этот парфюм. Аромат вообще придает такой образ, когда его обоняешь, как будто девушка идет в маленьком черном платье от Шанель по Елисейским полям, прогуливаясь по бутикам, и за ней остается весной обязательно, когда светит отличное солнце напротив вас Эйфелева башня, и за ней идет вот такой цветочный, красивый, магнетический шлейф. Аромат, я вас уверяю, бомба! Самое интересное то, что эксперты парфюмерии утверждают, что главные носы этого дома, кто создавали эти ароматы, они скрывают до конца полный состав, поэтому нельзя сказать, чем же на самом деле открывается аромат. Ни одна нота наперед не вылазит, и аромат открывается очень гармонично, но самое интересное, что, повторюсь, нельзя предугадать, как у вас начнется открытие. В этом весь секрет этого аромата. Он действительно как настоящий наркотик притягивает, и от него невозможно отказаться. Люди, которые попробовали его хоть раз, особенно тем, кто он понравился, остаются верным этому аромату и носят его очень-очень долго. Этот аромат запоминается, поэтому хоть раз, если вы где-то окажетесь с какими-то знакомыми вами людьми с этим ароматом, и они, встречая дальше этот аромат, будут обязательно вспоминать вас, и этот аромат будет ассоциироваться именно с вами. Аромат подходит для любого времени года ношения. На весну, на лето вообще идеально. Я бы сказала, must have для тех, кто любит дорогие цветочные ароматы. Уникальные, самое главное, уникальные. То есть его очень редко встретишь, потому что, конечно, дом Ex Nihilo селективный, цена достаточно высокая на ароматы, но этот аромат стоит того, как минимум его нужно попробовать всем. Подходит и блондинкам, и брюнеткам, и с горячим типом кожи, и с холодным. Раскрытие, повторюсь, будет на каждой индивидуально. Даже если вы
будете наносить аромат утром и сравните его, если вы нанесете вечером, это будут немножко разные ароматы. Нанесете вы его летом или зимой, вы также заметите различия. Шлейфит замечательно, главное не переборщить. Стойкость у этого парфюма феноменальная. 2 суток. Я вам больше скажу, что когда я попробовала этот аромат из пробника, я помыла голову 2 раза, а этот аромат до сих пор держался с одежды, он даже после стирки остается. Поэтому если вдруг, что вам там, он как-то не понравится, я вам не советую им обливаться, потому что вы потом, вам будет очень тяжело отойти от этого аромата, потому что стойкость, я повторюсь, нереальная. Потому что мускуса там добавлено очень-очень много, а он является замечательным фиксатором. Ароматы представлены в объемах 50-100 мл. Также есть вот такие миниатюрки по 7,5 мл. Вот. Очень удобно брать с собой. Идеально для первого знакомства, кому, например, в пробнике понравился аромат, но там боитесь брать 50 мл, 100 мл. Вот такие 7,5 мл миниатюрки, они идеально подойдут, поместятся в любую сумочку, в любой клатч. Также есть вот такие у нас наборы, travel-наборы по 5 штук, 7,5 мл. И, конечно же, есть заводские пробники по 2 мл со спреем. А все ароматы, что 50, что 100 мл, упакованы вот в такие коробки с логотипом бренда. И коробки сделаны из специального материала, который, даже если вы положите ваши ароматы в багаж, когда мы знаем, что во многих там аэропортах с ним небрежно обращаются, вы не переживайте, ваш аромат будет в целости и сохранности, потому что сделаны из специального очень прочного материала. Сами флаконы также сделали из очень толстого качественного стекла. Так что, если вы хотите уникальный аромат, аромат-бомбу, который каждый, поверьте мне, окружающий вас человек его заценит, он этот аромат цепляет и остается в памяти раз и навсегда. Я вам его рекомендую. Ex Nihilo вообще это вот достаточно такой новый бренд, но он идет семимильными шагами, завоевывает мир парфюмерный, и каждый аромат в нем просто уникальный. Между прочим, вот именно наркотический цветок, о котором мы сейчас говорим, он является, по крайней мере, в нашем магазине хитом продаж этого лета. Его берут достаточно часто, потому что лето – это вообще его сезон, весна-лето – это прям, да, его сезон, то есть носите его с удовольствием, пользуйтесь им. Аромат, повторюсь, который обладает магическими свойствами. Если вы не верите нам, попробуйте его обязательно. И вы убедитесь в наших словах. Аромат шикарен. Аромат, отнесенный к рангу шедевра. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч. Пока.